свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Кукольный театр Хлои. Пеппа и ее семья едут в гости к дяде Свину, тете Свинке и Хлое. Наверное, дядя Свин, как всегда, уснет сразу после обеда. Папа Свин, нельзя говорить так о своем родном брате, особенно перед детишками. Но это правда. Дядя Свин всегда слишком много ест, засыпает и громко храпит. Вот так. Пеппа, Джордж, забудьте, что я сказал про дядю Свин. Ладно, папа. Пеппа и ее семья приехали в дом дяди Свина и тети Свинки. Привет, тетя Свинка и дядя Свин. Привет. Здравствуйте всем. Привет, старший брат. Дядя Свин – брат папы Свина. Свинка Хлоя – двоюродная сестра Пеппы и Джорджа. Привет, Хлоя. Привет, Пеппа. Привет, Джордж. Я вам кое-что покажу. Подожди! Это мой новый кукольный театр. Его сделал мой папа. Ух ты! У меня уже есть две куклы. Вот эту зовут Хлоя. Привет, я свинка Хлоя. А вот это мой папа. Дядя Свин. Привет, Пеппа, я твой дядя Свин. Хлоя, а можно мы с Джорджем сделаем кукол тоже? Да. Хлоя рисует кукле глаза. Я нарисую рот. Ладно. Меня зовут Пеппа. Джордж, какую куклу ты хочешь сделать? Динозавр. Динозавр? Джордж всегда про все говорит динозавр. Ладно, страшная кукла-динозавр. Хлоя делает Джорджу куклу-динозавра. Ему нужны острые зубы. Вот, страшный динозавр. Идите обедать. Идем. После обеда поиграем в кукольный театр. Ура! Тетя Свинка приготовила на обед спагетти. Спагетти просто объедение. Лучшие спагетти в мире. Сразу видно, что вы братья. Совершенно одинаковые. Почему это? Мы совсем не похожи. Пеппа, Джордж и я покажем вам представление. Как здорово! Не забудьте нас позвать. Скоро увидимся. Кукольный театр звучит здорово. А я успею съесть еще спагетти? Можно мне тоже добавки? Представление вот-вот начнется. Привет, меня зовут Хлоя. Ну, а я Пеппа. Это динозавр! Страшный динозавр! Ух ты, просто здорово! Браво! А я дядя Свин. Привет, дядя Свин. Привет, Пеппа. Просто вылитый ты. По-моему, у куклы слишком большой живот. Мне понравился обед. Дядя Свин, а теперь ты заснешь и будешь храпеть, как всегда? О чем это ты? Папа говорит, что ты всегда очень громко храпишь. Вот так. Хо-хо, твой папа прав. Я всегда так храплю. О, папа Свин, не надо было так говорить про дядю Свина. Думаю, что папа Свин и дядя Свин вас не слышат. Дядя Свин и папа Свин крепко уснули. Сразу видно, что они братья. Что случилось? Представление уже началось. Мама Свинка и папа Свин занимаются уборкой.
Мы с мамой нашли в кладовке эту коробку. Знаете, что там внутри? Нет. Музыкальные инструменты. Ой! Какие старые и пыльные. Это скрипка. Я играла на ней в детстве. Мама, можешь поиграть для нас? Но я так давно не играла. Пожалуйста, поиграй нам. Надеюсь, я не забыла. Браво! Ура! Мама, можно мне поиграть? Держать нужно так. Да, мама. Ай-яй-яй, скрипка не должна так звучать. Джордж хочет попробовать. Держать нужно так, Джордж. Это тоже неправильный звук. Играть на скрипке так трудно. Пеппа, может, хочешь попробовать барабан? Спасибо, папа. Так-то лучше. Пеппе нравится играть на барабане. Здорово. Да, звучит хорошо. А вот аккордеон папы Свина. Ах, я играл на нем маме Свинке в молодости. Папа Свин, я помню эту песню. Джордж тоже хочет играть на аккордеоне. Ты уверен, Джордж? Аккордеон — это сложный инструмент. Джордж, ты знаешь, на аккордеоне? На аккордеоне играть так же сложно, как на барабане. Ладно, Джордж. Пожалуй, Джордж слишком мало для аккордеона. Папа, а в коробке есть еще инструменты? Только рожок. Можно мне? Нужно дуть изо всех сил. Это неправильный звук. Это невозможно. Кажется, раньше у меня получалось. Нет, это совсем неправильный звук. Для этого нужен кто-нибудь большой и сильный, как я. Этот звук тоже неправильный. Пеппа права. На нем невозможно играть. Ничего, папа Свин. У тебя есть аккордеон. Ты прекрасно играешь. Да, я неплохо играю. Даже я сам это понимаю. А я поиграю на скрипке. А я на барабане. Мама Свинка играет на скрипке. Папа Свин играет на аккордеоне. Пеппа играет на барабане. А на чем же играть Джорджу? Джордж дует в рожок. Мама не смогла играть. И папа тоже не смог. Даже я не смогла играть. А Джордж может. Детский спектакль. В детском саду Пеппы ставят спектакль про красную шапочку. Ура! Все дети получили роли в спектакле. Они должны выучить их дома. Пеппа будет играть красную шапочку. Мама Свинка сделала ей костюм. Папа Свин помогает Пеппе учить роль. Итак, Пеппа, что ты говоришь? Я маленькая красная шапочка. Хорошо. Дальше. Я иду в гости к своей бабушке. Я иду в гости к своей бабушке. Браво, Пеппа! Щенок Дэнни будет играть серого волка.
Дедушка и бабушка помогают ему учить роль. Я страшный серый волк. Старайся не смеяться, Дэнни. Ты же должен быть страшным. Попробуй вот так, Дэнни. Я злой и страшный серый волк. Я всех вас проглочу. Понял? Да, это было страшно. Пони Педро будет играть охотника. Он спасет Пеппу от страшного серого волка. Я охотник. Педро немножко стесняется. Скажи, я прогоню тебя, страшный серый волк. Уходи, гадкий волк. Хорошо, Педро. Ребекка будет играть бабушку. Что я должна сказать, мама? Посмотрим. В начале спектакля серый волк запер тебя в шкафу. А потом, в самом конце, тебя спасает охотник. И ты говоришь: спасибо. Спасибо. Молодец, Ребекка. Все родители пришли смотреть спектакль. Дорогие зрители, добро пожаловать! Спектакль «Красная шапочка». Сначала познакомьтесь с актерами. Прошу, прошу, не мешайте актерам. Никаких фотографий. А теперь... спектакль начинается. О-о-о. Бабушка лежит дома. Кто это к ней пришел? Я страшный серый волк. Молодчина, Дэнни! Ай-яй-яй, Дэнни забыл свои слова. Бабушка, полезай в шкаф. А ну иди в шкаф! Страшный серый волк сам притворился бабушкой. Я маленькая красная шапочка. Я хочу навестить бабушку. Браво, Пеппа! Папа, фотографировать нельзя. Ой, прости, Пеппа. Продолжай. Я иду в гости к своей бабушке. Ой, ты не похож на мою бабушку. Какие у тебя большие глазки? Какие большие зубки? Ты не бабушка! Ты страшный серый волк! На помощь, на помощь! Смотрите-ка, кто здесь! Как раз вовремя! Педро охотник! На помощь, на помощь! Как раз вовремя! Педро охотник! Педро чуть-чуть стесняется. Педро, хочешь, я пойду с тобой? Да, я хочу. Ты очень нехороший волк. Я спас тебя, бабушка. Ура! Спасибо. Браво! 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 Отлично играл. Почти так же хорошо, как я.